Дорогие друзья, доброго всем утра. Я нахожусь в замечательном месте. Пение птиц, прекрасные виды. И один из них, это тот, который открывается на чудесную, многим известную деревню. Вот такой замечательный вид с горы. Красивый вид с горы. Знаете, книга «Бытие», 13 глава, всем известные слова, обращение к Господу, к Аврааму. 14-15 стих написано: «И сказал ему Господь, отделись от Лота». И вот дальше идут слова, которые касаются до глубины сердца, и которые, я думаю, актуальны и важны каждому из нас. Он говорит: возведи очи твои, возведи очи твои. И он сказал: к северу, к югу, ибо всю землю, которую ты видишь, я даю тебе и сынам твоим. Как важно сегодня смотреть дальше, чем ты видишь. Потом, впоследствии, когда потомки Авраама унаследовали землю, землю ханаанскую, потом, которая стала Израилем, израильской землей, физическими глазами Авраам увидеть не мог. Но Бог сказал: ту землю, которую ты видишь, я даю твоим потомкам и тебе. Значит, Авраам видел намного больше. Потому что та земля, которую унаследовали его потомки, она была больше, чем может увидеть физический взгляд. Знаете, хочется каждому пожелать смотреть чуть-чуть дальше. Смотреть духовными глазами. Смотреть глазами веры. Хорошего всем дня. Благословений Божьих во имя Иисуса Христа. С любовью из города Белово и от меня лично.